Приветствую вас. Проблема достаточно такая деликатная, да? Вот, поэтому мнения на ее счет могут различаться существенно. Вот, что, в принципе, я думаю, является нормальным, ну, потому что сколько людей, столько мнений, да? Вот. Смотрите. В первую очередь, не совсем понятно, когда вы узнали, собственно, о том, что вот есть такая история. А когда узнали, как отреагировали? Вот. То есть, ситуация заключается именно в том, да, ситуация заключается именно в том, чтобы понять ваше отношение к тому, что, собственно, вот, ну, что происходит, именно отношение. Дальше. Понимаете? Договор, здесь, ну, не самый лучший выход из ситуации, потому что у мужчины может быть зависимость, у мужчины может быть какие-то еще проблемы, что стимулирует его поступать именно так, а не иначе, да? Вот. Поэтому договариваться здесь бесполезно, как и разговаривать об этом тоже. Вот. Ситуация заключается в том, скорее, как вы себя ведете. Понимаете? То есть, если вы ведете себя пассивно, да, ну, в том плане, что, ну, вот это происходит, да, происходит и происходит, как бы, ну, и ладно, ну, я могу поделать. Ну, да, ну, я попробовал договориться с ним, ну, да, ну, у меня не получилось договориться, ну, и все, что еще я могу сделать, да, вот. Если такая позиция с вашей стороны есть, то ничего не изменится. Потому что ваш муж, он не чувствует проблемы. Он не чувствует, что есть проблема. Знаете? То есть, ну, вы поругаетесь там, да, там немножко пообижаетесь на него, побузите как бы и все. Собственно. Вот. Но это же, само по себе не пройдет, понимаете? И поэтому здесь, ну, нужно более, скажем так, решительно действовать, вот. То есть, как понять, более решительно действовать? Действовать нужно так, например, что вот если вас не устраивает, да, как, ну, как он себя ведет, да, мужчина, например, то вы просто, значит, ему говорите о том, что терпеть это не намерены, что будете, значит, либо отдаляться от него, либо вообще предложите жить отдельно, вот, либо что-то еще, понимаете? То есть, только так и никак иначе,
По-другому он просто не поймет. Его нужно вывести сперва из зоны комфорта. Понимаете? И только потом он уже будет, значит, о чем-то думать. А пока он не боится вас потерять, пока он знает, что вот она вы здесь, и никуда вы не денетесь, зачем ему что-либо делать? Поэтому вы сами для себя определите, что вам нужно. Понимаете? Вот. Вы сами для себя определите, чего хотите, что нужно вам. Понимаете? Вот. И соответственно, исходя из этого, уже и решайте, вот, что вы будете делать. Понимаете? Вот. Вот так примерно. А иначе в противном случае ситуация так и будет. Другое дело, если ваша самооценка, да, например, и раньше была такая, ну, как бы неуверенная в себе, да? Вот. Тогда можно говорить о том, что вы, возможно, подсознательно сами себя, значит, ну, ведете, ну, к этому, вот. К тому, чтобы занизить свои представления о себе. Вот. Знаете, какая история? Вот. То есть здесь вот нужно, значит, отслеживать вашу позицию. Понимаете? Так что я думаю, что вот так примерно и можно ответить вам на ваш вопрос, вот, который вы задаете. То есть возьмите личную ответственность. Значит, за то, что с вами происходит. Вот. Именно личную ответственность. Понимаете? То есть вы ждете, что муж поменяется, да, вы ждете, что муж поменяется.
и сами страдают. Но по факту, это вам нужно делать что-то для того, чтобы ситуация изменилась. Для того, чтобы ситуация поменялась. А это не устраивает же вас. Вот. И пока вы будете ждать, вот, вы будете страдать. Все больше, 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 больше. Вот. Понимаете? Какая история. А вот. Так что я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Ну, кстати говоря, вопросы-то вы и не задаете. Вот, тут у вас нет вопросов. Вы просто пожаловались нам на ситуацию, которая, ну, с вами происходит. А дальше что? То есть, ну, что дальше делать? Понимаете, какая история? Тут нужен запрос от вас. Понимаете? Чтобы что-то изменить. А пока это просто жалоба. И все. Понимаете? Вот. Так что подумайте, чего вы хотите. Вот. Вот вы говорите, как помочь семье, но помочь семье это значит спасти. Понимаете? Это спасение. А у вас проблема не в семье как раз все хорошо. Проблема именно между вами. Ну. Как таковыми. Между вами, как между мужчиной и женщиной. Вот. Это не семья. Это тоже нужно различать и разграничивать эти сферы две. Вот. И вот если мужчина увидит, что действительно, значит, ситуация как-то вот складывается, да, негативно. Ну, для него. То в таком случае я полагаю, что он начнет что-либо делать. Вот. Понимаете? А пока что, ну это, знаете, такая вот, ну, жертвенная позиция на самом деле. Вот. Вот так. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим.
А я желаю вам всего самого доброго и удачи.